Moscow Television tonight. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошло. It seems virtually certain that what the Soviets have experienced is a nuclear meltdown. How serious and far-reaching would the effects be? Складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
обстановка. Целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, переключить водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.